стратегии управления по-японски. 24 октября в УГУ прошел семинар «Стратегические задачи менеджеров успешных компаний». Его провел гость из страны восходящего солнца, главный консультант в области малого и среднего бизнеса Всемирной ассоциации бизнеса господин Ко Цзюё. Россия стоит на пороге больших перемен. Я имею в виду вступление в страны ВТО. Многим российским предприятиям придется принимать меры, чтобы адаптироваться к условиям мирового рынка. Для этого необходимо перестроить структуру производства и изменить стратегические задачи. Если компания этого не сделает, ее существование может быть под угрозой. Узнать, из чего складывается успех компании, пришли представители правительства области, администрации ОГУ, оренбургские бизнесмены, студенты и преподаватели. Лектор отметил, чтобы быть конкурентоспособным лидером, нужно создавать новые концепции и уникальные решения. Он рассказал о сущности стратегии управления, ее основных элементах, уровнях, моделях, а также привел примеры построения стратегий в японских компаниях. Господин Ко Цзюё выразил надежду, что опыт его страны найдет применение и в оренбургской области.